Добрый вечер, дорогие друзья. На острове Райский, трын-дрын-дрын, трын-дрын-дрын-дрын. Перейдем к сегодняшним объявлениям. На наш остров Райский переехал новый друг. Добро пожаловать, Грета. Еще у нас одна девочка. От лица всей твоей новой семьи на острове добро пожаловать. На этом передача завершается. Я возвращаюсь к своим приятным обязанностям на этом острове. Так, ну вот, всем привет. Значит, у нас получается еще один житель появился, которому мы построили домик. Так. Так, что у нас там? Ты-ты-ты-ты. Так, Нук что-то написал. На участке, который подготовил ты, поселился новый поселенец. А, ну опять это то же самое. Там. Так, трюм Реда. Ред нам прислал то, что я купил. Статуэтку. Мили Нука. Спасибо, что воспользовались Нук-терминалом и программой накопления Мили Нука. Приглашаем на выбрать товар. Ага, в карманах нет места. Все понятно. Так, давайте зайдем тогда внутрь. Посмотрим, что у нас можно выложить. Я, кстати, создал для красоты острова еще некоторые материальчики. Так, 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 в хранилище, в хранилище. Это бруй. Так, ну я... Ба-ба-ба-ба-бам. Так, это тоже в хранилище. Это у нас там заболела дама, мы ее лечили. Так, ага, ага. Так, рыбку тоже уберем. Дождя у нас нет, зонтик мы тоже уберем. Зонтика мы уже пох... Ой, ничего себе, зонтик чуть основным не сделали. А коса так тоже можно. Ой. А, вот, елки-палки, я понять не мог, что такое. Так, 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 так. Сорняки убираем. Освобождаем место. Ой, у меня, кстати, еще этих палочек деревянных много. Веточек, точнее сказать. Так, о, нормалек. Так, открыть. Что там у нас знакомо? А, ну это статуя та, да? Да-да-да-да-да, 100%. Так, сейчас пойдем, кстати, сходим к Блезеру и узнаем, что у него там. Так, 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 так. Мы начисляем мили за количество предметов. Ага, в хранилище. И чего у меня там сколько? Ух ты! 300 предметов будет, у меня еще больше дадут. Отлично, отлично. Ничего себе. Оказывается, чем больше этих, то совсем хорошо. Так, давайте... А, ну да, я еще не забрал то, что мне нужно. Так, окей, подарок. Окей, 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 подарок, подарок, подарок. Так, 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 что там мне дали? Давайте посмотрим, что за подарки. Так, туристический телескоп. Его тоже, кстати, куда-нибудь поставим. Маяк, ох, отлично. А, так это я его, наверное, сам и покупал. Так, что мы тут можем собрать? Давайте посмотрим. Эти штучки, они у нас денежки стоят. Так, 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 смотрите, что у нас тут рыбка. Рыбка, 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 рыбка. Опа, 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 опа. Кстати, видите, мы новую удочку купили, кто не видел. Походную. О, хамса. Ну, так себе товар, скажем так. Так, 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 так. Рыбка, рыбка, рыбка. Ну-ка, иди сюда к нам. Ой, сразу же, ничего себе. О, а! Я думал, что-то интересное. Так, давайте зайдем в Матвейки. Посмотрим, что он там себе. О! Ха-ха, сейчас мы у него тут выкопаем, пока он не видел. Ой, а где у меня этот, как его? Вот она. Вот, 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 вот. Так, давай. А давайте ему тут посадим. Потом мы скажем, что мы ему тут это... Посадили денежки. Что его будут обрадуются. Опа. Так, да. Тук-тук-тук, ты дома? Тук-тук-тук, ты дома? О, он сюда притащил. О, у него посуда появилась.
Он сюда притащил этот, как его делать. Ничего себе, у него этих всяких досок каких-то много стало. Так, у него все еще только пока две комнаты, не три. Так, ладно. А, ну тут у него стандартные яички, он туда положил. Так, ладушки, ладушки. Кстати, можно было нам и переодеться, дождика нет, ну ладно. Так уж, побегаем сегодня. Раз, как говорится, переодеваться долго это все дело. Так, ну давайте смотреть, у нас где-то новый сосед же еще. Ох ты, вот они, смотрите. Вот тоже домик. По-моему, тут никого не было раньше. Ну-ка, давайте сейчас узнаем, кто здесь. Так. Точно, вот иди на девочка, мышка. Привет, Грета. А ты кто? Приятно познакомиться, я здесь только сегодня поселилась. Меня зовут Грета. Ты, наверное, живешь на этом острове, знаешь, я переехала сюда, так как это перспективное место. Что ж, когда разберу коробки, приходи, пожалуйста, поболтаем. Буду очень рада. Пи-пи-писк. Так, ладно. Грета какая-то маленечко китаяночка. Вот, ладушки. Так, все, понял. Ладно. Тут у нас этот чувачок, какой-то мишка. О! Вот этот поет, смотрите. Здорово! Привет, привет, естественно. Поговорим. Осень на острове райский, у меня просто нет слов. Флагом поет. Так, ладно. Все то же самое, ничего интересного нам не сказал. Песенки поет он. Так, заборчики, заборчики, заборчики. Кстати, ну, пальмы растут. Пальмы растут. О, эта тетенька опять тут ходит. Своими эти продает, как их зовут. Всякие там обои или еще чего-то. Так, у меня, кстати, по деньгам, то что, я же, кстати, по-моему, деньги последний раз положил все на счет банкомат. Так. Хорошо. Блин, одни комбалики эти, комбалики. Они меня уже замучили. О, привет. О, 22 тысячи у меня. Я Сахара, да, я знаю. Коврики. Загадочный пол. Обои. Тебе понравится, купишь? Так, ковер, загадочные обои, загадочный пол. Ну давай загадочный пол. 3000 денег, он просто просится к тебе в руки. Покупаю. Давай. Я жажду услышать звон гений. Ха-ха. Давай. Отлично. Надеюсь, он красивый. Ты снова придешь увидеть Сахару, украсить свой дом и захочешь еще больше загадки. Ну не знаю, Сахар, пока что-то без конкретики, хочу я это или нет. Так, так, здесь у меня лавка, лавка, лавка. Так, тут я тоже все поставил. Давайте, тут у меня эти стоят. Но я думаю, что здесь надо что-нибудь интересное поставить. Каменный монумент. Нет, я здесь хочу указатель направления поместить. Бум! Прикольно, да, вышло, смотрите. Мне кажется, на мой взгляд... неплохо. Вот так вот сделаем. Типа там, где кто живет, как раз таки. Сейчас облагородим как бы территорию, чтобы красиво было. Так, рыбка. Так, кстати, вон тот чувак, с которым мне надо поговорить. Пойдемте к нему сходим. Так, грибочки соберем. Привет, Хэмфри. Ну что, как у тебя дела? Пообщаться. А я выключил плиту перед уходом. А я выключил плиту перед уходом. Это подразумевает, что у меня есть дома плита. По крайней мере, я уверен, что у меня есть дом. Так, Хэмфри маленько странно. Ай-яй-яй-яй, профукал я жука, 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 жука. Так, 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 ладно, ладно, ладно. Ничего страшного нет в этом. Профукал и профукал. Так, ладно, выкопал окаменелость. Так. А давайте что-нибудь, может, здесь. Здесь тоже, кстати, такое интересное место. Может, тоже что-нибудь по кирпичный колодец. А почему бы и нет? О! Ха, прикольно! А мне нравится. Оп! Есть! Ого! Я человек попался, паук, птицеед. У меня даже волосы дыбом встали. Обалдеть.
Я его в прошлый раз не смог поймать, а теперь поймал. Это круто. Фу-ху-ху. Так, отлично. Это было шикарно. Так, рыбка никак не хочет ловиться. Ну ладно, бог на нее. На эту рыбку. Так. Что бы нам где еще-то облагородить? Давайте. Почему бы нам наверх не сходить и наверху что-нибудь тоже поставить? В принципе, как бы... Здесь же тоже наверху всякие бывают товарищи. Как бы интересные места. В принципе, тут тоже дома можно поставить, да? Если захотеть. Вот смотри, как тут красиво, какой этот закат. Он красотища. Кстати, а давайте здесь телескоп поставим. У меня же как будто сейчас такой телескоп туристический. О! О, вообще ништяк, смотрите, ребят. Какое я классное место выбрал для телескопа. Мне вообще нравится. И мне кажется, я молодец. Ну, не знаю, как вам, но, блин, интересное место выбрал. Прям такое прикольненькое. Так, опа. Кстати, такое ощущение, что на том же самом месте у нас получается этот, как его, окаменелось. Такое ощущение, что она тут тоже и была. Так, давайте, кстати, дерево поместим тут. А то у меня деревья с собой тут таскаю. О, нормально. Как тут и было. Ай, это я зря так сделал. Ага, шикарно. Хорошо. Так, спуститься надо. Так, ну мы тут есть забор сделаем, я думаю. А, но вот, в принципе, вот здесь какую-нибудь красоту интересную поставить. А, в принципе, можно и какого-нибудь вот фигурку енота поставить, да? Да? О, нормально. Оба! Ха-ха. Убежал. Хорошо. Я не против, что ты... Опа-па-па-па-па, рыбка. Да, не знаю, мне кажется, то же самое. Рыба будет опять неинтересная. Так, вот здесь пока еще не продано. Ладно, хорошо. Так, окаменелость. И еще летит какая-то... Какой-то подарок, точнее сказать. Вон я его вижу слева, видите, внизу. Этот, как его, след от него идет. Так. Оба-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 ба
Ля, шикарно. Так, это то, что мне надо было, видимо, сделать, да, на сегодня. О, кстати, можно все-таки еще две рыбки поймать и мили еще, ну-ка, заработаем. В принципе, тоже неплохо, да? Так, каменелость. Так, блин, мне кажется, вот этот топор, его надо убрать. Так, в избранное. Давай вот сюда его, да, отлично. Отлично. Так, давай. О, шикарно. Я выкопал, окаменелось. Так, в принципе, вот тут тоже можно какую-нибудь красоту поставить. Давайте посмотрим, что у нас есть. Маяк, фонтан. Каменный монумент, ну-ка. Ну, ой. Каменный монумент. Пусть будет тут. Так, маяк, ребята. А ведь маяк нам вот тут надо поставить, наверное. Я так думаю. Тут же у нас получается как бы... места нет, да? Так, погоди. Если мы сейчас цветочки выкопаем... Тут потому что цветочки можно и выкопать. Ай. Потом назад их. Блин. Что ж я натворил? Угу. Так. Отлично. Так. О. Все отлично. Так, вот теперь, наверное, места для маяка должно предостаточно быть. Маяк.
О, шикарно, ребята. Просто шикарное место я нашел для маяка. Как вы думаете? Думаю, что да. Убежал. Так. Опаньки. Угу, хорошо. Что мы здесь сделаем? В принципе, вот тоже место такое, как бы... Так, давайте тут что есть. Откроем сразу подарок. А, железные самородки. Фонтан. Нет места, говорит. Это как так? Так, а если, ну, вот так? О! Как тут красиво стало сразу, ребят. Просто шикарно. О! Офигенно просто. Просто офигенно. Облагораживаем, мне кажется, очень красиво мы территорию свою. Так. Цветочки. Держи. Ага. Отлично. Так, и, наверное, тут тоже цветочки можно, в принципе, посадить. А, ну, их так можно посадить. Рядом с монументом. Так, ну-ка. Посадить. О, нормально. Так, что у меня еще осталось? Какая красота. Каменный монумент, знакомый питьевой фонтан. Так. Давайте сходим сюда. Так, это что у нас тут? Чувак веселится. Так, давайте держать. Так, я у них, кстати, поставил в прошлый раз этот, как его зовут? Вон, розовый фламинго. Так, я здесь пока не сделал у нее забор. Но, в принципе, вот здесь для красоты, я думаю, что-то можно поставить. Так, почему бы вот питьевой фонтанчик, допустим, не поставить? О, прекрасно. Прекрасная идея. Привет. Как темно? Остров Райский просто идеальный по размеру. Есть где погулять, ну и не забудешься. Как дела? Ух. Держи. Ой, а что это такое? Это я тебе цветочек подарю. Ты ж любишь цветы нюхать. Уля, белая лилия. Так вкусно пахнет, прямо слюнки текут. Ну, кушай, свечу. Спасибо за цветок. Он так вкусно пахнет, ко мне осы слетятся на запах. Так, привет, что там по деньгам у нас собираем мы? Так. Блин, ну не ахти. Давай, помогу. Кину. 500. Не, ну а чё, блин? Все по 500 ложат, а я чё? Отлично. Все, давай. Работай дальше. Так. Остался у меня каменный монумент и знакомая статуя. Каменный монумент. А, каменный монумент это этот. А, да. Это мы то, что хотим подарить. Или нет? А, нет, подожди, вот это каменный... Так, а каменный монумент что такое? А, так у меня их два каменных монумента, что ли? Ну, елки-палки. Ладно, пусть будет тут. Так, давайте сходим теперь к Блэзерсу. Посмотрим, этот каменный монумент настоящий или нет. Если нет, то мы его тоже тут и поставим. В принципе, ничего страшного. Привет. Да, что пожертвовать хочу? Замечательно. Что ты хочешь пожертвовать? А, вот это... О, птичку. Паука. Ого, несколько пожертвований сразу. Ну-ка, посмотрим. Дам с радостью примет тебя эти экспонаты. Ах, не трудись сортировать. Да, все-таки я был прав. Я угадал
что монумент настоящий. Это я молодец. Как чувствовал, что я все-таки прав. Долго я у Реда его выбирал. И я оказался абсолютно прав. Держи. Так, есть, 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 есть то, что надо. Это хорошо. Да, да, я понял. Ну, давай. Ну, пожертвовать хочу. Один только, ё-моё. Вот это да. Всего лишь один. Ого, неужели? Да это же коплолит. Копролит. Копролит. Так, не, мне некогда. Сожалею, с радостью понимаю, щедрый дар. Мне ничего тебе пожертвовать больше. Так, давайте, ребята, один кисло сходим, посмотрим, поставил он монумент или нет. То есть, и вообще что-то еще есть, кто-то что-то подарил или нет. О, монумент. Привет, Пейт. Знакомая статуя. А вообще этот парень будто о чем-то серьезно задумался. Как я его понимаю, я точно так же выгляжу, когда сочиняю новый хит. Иногда так трудно собраться. Но когда песня удается, знаешь, что усилия стоили все это. Что, серьезно, это твой подарок музею? Кря-кря-кря. А, балдеть, это же потрясно. Хотя нет, это ты потрясный. Хуй. Так, все, монумент стоит на месте. Да, я был прав. Но я потому что был прав, потому что видно, что он такой как бы бронзовый. И не было у него часов на руках. Да? Все, выходим, выходим. Давайте сходим к лавку к Томми. Томми и Микки. А, так, да, у меня больше нечего на улице выкладывать. Продадим то, что у меня есть. А продать-то есть что, в принципе-то? В принципе-то есть что продать. А, так, что продаете? Ванну. Ладно. Ой, куда я побежал? Какая цена у рэпера интереса? Обалдеть. Если бы у меня была рэпа, я бы точно бы сегодня разбогател. Но у меня рэпа нет. Значит, я не разбогател. Так. Вот это хочу все продать. Это мне абсолютно... Так, этот не буду продавать, наверное, потому что вдруг он мне пригодится, как эти грибочки, что-то можно будет из них сделать. 20 тысяч. Ну, побольше, конечно. Так я приврал маленько. Отлично. Шикарно. Так, давайте, наверное, сразу пойду. Теперь схожу я к нашим основным товарищам. Рулеводам. Что они скажут. И Миле, ну-ка, посмотрим заодно. Что там, как там. Так, опа. 7-0 терминал. Так, ну да, я вчера пропустил. Не получилось у меня зайти, что-то поделать. Так, каталог, ну-ка. Что тут есть? Ничего интересного. Так, ничего интересного. Давайте посмотрим, что для острова. Еще для красоты острова можно взять. Ограда, веревка. Вот это я возьму. Это я сейчас даже, может быть, кому-нибудь за бород это поставлю. Так, кому ж мне его поставить? Ну, я сейчас подумаю. Я думаю, Марине. Марине, у нее там, в принципе... Ай, зачем мне это покупать? Это мне же просто надо сделать. Да, точно. Я же тоже уже опять. Гуси-гуси. Так, колодец... силосная башня. Давайте ее тоже возьмем. У нас ее башни-то пока нет. Где-нибудь ее поставим. Тоже сделаем. Так. Так, так, так. Что еще есть? Туалет. А давайте вот лоток с сахарной ватой. Тоже, кстати, прикольная тема. Где-нибудь ее забабахаем.
Так, ну ладно. Ну, если не получится, то сегодня не будем делать, конечно. Сейчас посмотрим просто. А, банкомат. Банкомат. Так, у меня 100 тысяч сбережений. Внести. Давайте-ка я 30-ку внесу. Да, у меня... Не-не-не-не, погоди. Не-не-не-не-не-не, подожди. Я сброшу. Си. Опа. Так. Ты. Так, вот так вот. Так вот, отлично. 130. 130. А то за дом ипотеку надо платить. А ребятки все выжимают тут. Так, есть контакт. Что-то я сделал. Ага. Кстати, да, я вот рыбки еще могу сделать. Мили-то мы сейчас тратим, покупаем. Так, и камушки, кстати, я не бил, да? Так, где он? О, вот он. Паук. Он, кстати, вот почему недавно появился-то. Потому что он... Этот месяц май. Все, понял я. Так. Давайте посмотрим, что можно сделать. Ну, смастерить. Смастерить. А, я же, наверное, не изучил их. Конечно. Я их пока не изучил. Силовая башня. Силосная, точнее сказать. Не силовая, а силосная. Так, запомнить. Забор. Забор надо ребятам красивые сделать, чтобы им нравилось. Мне кажется, что я ребятам красивые заборы делаю. Так, это я могу сделать. Мягкая древесина у меня есть. Ну и отлично. Значит, мы сейчас ей поставим забор. Давай, еще. Мне кажется, ей пойдет. У нее там все деревянное, потому что... А, подожди, а у Матвея это не такой ли тоже? Да, по-моему, у него такой же. Ну ладно, сейчас посмотрим, сбегаем, один интересно. Так. А где силосная башня? Вот она, новинка. А, ну тут, в принципе, тоже ерунда. Древесина у меня есть и глина есть. Это можно сделать. Так. Давайте унука спросим, давно я с ним не общался. Что он мне скажет? Так, а ну, так. На, что мне делать? А, ну все то же самое, про имидж острова. Это я делаю периодически. Так, давайте ИЗБ что скажет. У нас в прошлый раз, по-моему, двоечка была. Сейчас-то хотя бы троечка-то есть или нет? Так, мне нужно знать. Да. Трешка. Есть. Шикарная атмосфера. Был бы там рад туда наведаться. КС. Вот так. Угу. Ниночку, ага, мне. Месяца или отзыв был подписан КС? А, да, все верно. Вот подпись КС. И почерк такой красивый. Неужели? Не может быть, но нет, так и есть. Это же отзыв от самого ККС-слайдера. Да мы уже сделали, что? Не могу поверить. У нас получилось, наш остров наконец-то был замечен самим ККС-слайдером. Мало того, что он даже намекает, что хотел бы сюда приехать. Так, чего же мы ждем? Да-да, давайте предложим ему устроить концерт на наших берегах. Куй железо пока горячо, так говорится. Отлично. Ага, ну-ка, что он там? Ох, алло. Я имею честь говорить с господином ККС-слайдером. Да, я президент Нук Инк. Звоню с острова Райский. Да, это про нас. Премного благодарны за ваш лестный отзыв. Я, признаться, поэтому и звоню. Если вы и правда хотите приехать, господин слайдер, мы будем рады организовать ваш концерт здесь. Да, более чем. Я понимаю. А, понимаю. Потрясающе, то есть. Огромное вам спасибо. Да, я немедленно отправлю вам всю информацию. Конечно, весь остров будет ждать с нетерпением. Еще раз спасибо. Да-да, до встречи. Все, мы это сделали. Ну, что он сказал?
Концерту быть, да-да. Тесла доедет к нам в гости. Потрясающе. Поздравляю, шеф. Он собирается прибыть уже завтра, но, конечно, сначала ему нужно свериться со своим графиком. Круто. Вагон плей. Представляешь, наша мечта наконец-то сбылась. Надо всем об этом сообщить. По островной связи. Надеюсь, ты приедешь на концерт, Вагон плей. Ты просто таки обязан послушать, как да-да. Так, ребят, шикарно. Получается, ничего не надо для него делать, он и так приедет, да? Так, давайте по насчет забора посмотрим теперь. Насчет забора, забора. У Матвея-то забор такой же. Блин, нет, у него другое все-таки, я, по-моему, прав. О, опять 9 часов, что ли? Да, обалдеть. О, привет, дружбан. Ты в отличной форме, Ауав, как дела? Поговорим? Не обращай внимания, я так слежу за порядком на острове Райске. Пара дозорных кругов, бегом по острову, и я спокоен. Молодец. Отойди, пожалуйста. Так. Значит, не зря мы тут цветочки и все остальное делали, да? Ой-ой-ой-ой, зря я зашел. У меня же нет древесины и глины. Так, давайте зайдем. Давайте зайдем. Давайте забор будет долго делаться. Давайте мы на забор завтра и сделаем. Может, сразу еще какой-нибудь забор будет. Сейчас смастерим. Блин, опять что делаю, а? Так. О, смотрите, как можно сделать. Круто, да? Так, табурет. Угу. Кстати, смотрите, можно вот такой костер куда-нибудь поставить. Фонарик поставить. Вот у меня еще камень такой есть. Это, кстати, все сейчас можно куда-нибудь поставить для красоты. Гномик он есть у меня. Зайка есть. Смотрите, что у меня есть. Все это можно поставить. Так. Я же хотел построить. Мне для этого нужна глина и древесина. Древесина. Вот, а глина где? А, вот глина. Все отлично, все есть. Шикарно. Так, шикарно. Ой. Давайте поставим. Смастерить. Смастерим. Смастерим. Кстати, вот еще табурет. А, ну табурет из камня у меня есть. Так, дар. Так, я смастерил. Да. Давайте еще что мы посмотрим. То, что можно сделать красивое такое. Каменный монумент. Угу. Табурет из ракушки. Па-па-па-па-па-па-па-па. Так, ну особо, знаете, такого ничего как бы это. Вроде интересного и нет больше. Так. Давайте все-таки, наверное, переоденемся ради интереса, чтобы уберем. Так, уберем. Будем полностью голые. Так, и знаете, вот у нас пришли красивые такие эти. Футболка зайчиком. Вот я хочу футболку зайчиком одеть. Не знаю, почему ты так хочешь. Смотри, под цвет штанишки вот можно одеть. Да? Красиво выглядят они. Так. А шапочка, ну, в принципе, зелененькая она, но... Давайте, ладно, тогда без шапочки. О! О! Вот такой. Носочки здесь синенькие. О, просто шикарно. Смотри, какой я мачо-шпачо. Мне кажется, я очень симпатично выгляжу сейчас. Так, а где нам поставить... Кстати, в нашей части я почему-то не... поставил никаких красивых вещей. Да, допустим, смотрите, вот здесь вот. Почему бы вот здесь что-нибудь не поставить? Ну, я так думаю. Так, силиконовая башня. О! Шикардозно. 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 Так, гипо там все у это... своей этой песенкой. Так.
В принципе, вот здесь вот тоже место, смотрите, есть неплохое, да? Так. Котелок на костре. Смотрите. Сейчас мы его зажгем. Опа. Отлично получилось. Так. Опа. Есть контакт, нашли еще один. Выкопали, молодцы. Котелок поставили, так. Неваляшка и зиппер. Садовый гномик. Так, гномик садовый. Давайте Матвею садового гномика поставим. Чтобы у него был гномик садовый. Только у него тут, правда, этот... к цветам к этим не попасть никак. Но мы тут вот где-нибудь вот, вот тут ему поставим. Потом пусть сам переставит куда-нибудь. О! Ой. Так. Ладно, вот и гномика поставили. Так. Еще у нас еще остался неваляшка зиппер. А, это зайка. Зайка. Куда нам зайку тоже? Зайку. Давайте вот тут вот наш... часть такая острова. Интересная, но она не заделана никакими приколюхами. Бам. Ой. Пытались сломать зайку. О, все будут ходить и не будут понимать, кто это такой. Так, да, наверное, да. Так, да, кстати, мы же, самое-то главное, мы же хотели выполнить-то еще вот эту штучку. Поймать еще две рыбки. Да, шикарный бросок. Все рыбки наши. Блин, точно в рыбу. Бульк, о, теперь она наша. Не наша. О, когда подошли, тихо. Опа, есть рыбка. Иди сюда, плыви к нам. Давай, работай хвостиком. Оба! Есть! Рыбка поймана, но это ставридка. Она у нас точно была уже много раз. Стандартная рыбка. К сожалению, ничего такого интересного. Так. Зиппер, покеда. О! Биг рыбка, биг. Давай. Большеротый окунь, очевидно, зазевался. Нет, он у нас раньше был или нет? Я не понял что-то. Просто я такого что-то не помню. Этого... Так. Получить, все. Сделал дело. Гуляй смело. Понял? Да, отлично. Ну ладно, ребят. Вот так вот завтра к нам приедет с концертом КС. Ну и забор мы тогда поставим Марине. Ну а пока, покеда. До новых встреч.